Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать, получается, фильтровщик блоков. Ну, почти как фильтровщик. Это получается такая штука интересная будет. Получается, сейчас нам нужно нарубить камни. Для начала, чтобы сделать фильтровщик, нужно нарубить камни самой быстрой киркой. Не забывайте про лайк. И я сейчас, пока я рублю камни, я попрошу вас поставить лайк. Что улепите его. Давайте, не ленитесь. Так, получается, мы собрали блоки. И это, наверное, уже хорошо. Да, нам эти блоки нужны, потому что они нам помогут в будущем. Получается. А сейчас я покажу вам, как сжечь бумагу в Майнкрафте. Походу не получилось. Ну ладно. Ну короче, получается, собираем камень. Он нам очень даже поможет в этой машине. Не знаю, как сказать. В этом фильтровщике блоков. Хотя это просто такая штука, которая передвигает блоки. И тебе не надо их ложить в сундук. То есть для тех, кому лень. Как вы понимаете. Ну ладно, давайте тогда. Я думаю, 21 блок-то хватит уже. И что мы делаем? Мы идем к моей любимой машине. Не забываем про то, что нам нужна хорошая кирочка, не на шелковое касание. Запомните, это не на шелковое. Сейчас срубаем где-то красный камень, как раз я такой вот, я тут нашел. Нужно его срубить весь. Вот эти тоже штуки нужно нам срубить. О, забор. Зачем я его поставил? Нет, я хочу сюда. Ладно, это нам уже не нужно. Получается, мы хорошо уже все, как бы сказать. Ну, получается, эта штука не такая же дорогая, если вы живете в хорошем, интересном мире, где вы можете делать все, что вы захотите. Берем вот такие вот камешки. Побольше особенно нужно взять. Ну, много, короче. Ой-ой, и еще нам нужно взять то, что там еще есть. Так, стоп, там же было. А, да. Так, потом нам нужно сделать красивую, очень хорошую кирку, которая будет хорошо все рубить. Потому что она нам вообще понадобится вот очень хорошо. Я не буду терять времени, так что я пойду по моему спуску. Секрет. Чем я это сделал? Прошу прощения. Всем говорю привет. Ой, зачем? Ну, прошу прощения у всех. Мы находимся в моей квартире, в моем доме, там, где волки ноют от безделья. На, не вой от безделья. С чем я это сделал? Ладно, получается, берем красный камень и делаем, получается, вот такие вот штуки. Нам их... Стоп. Смотрите, нам нужны, получается, вот такие штуки. Красные камни, точняк. Вот как я мог забыть? Их нам нужно 3. 1, 2. 3. Делаем. У нас остается, получается, 19 красный камень, получается. И, ну, что вы хотели? Он нам нужен, да. Бедная зажигалка, жалко. Ладно, починим. С чем я это сделал? Ладно, надо пройти, получается. И вы должны выбрать место, которое вам очень, блин, нужно. Которое вы очень всегда хотите скинуть свои богатства. Которые вы хотите закинуть их, и все. Ну да, все, конец. Как бы все, не надо, можно отдыхать, а потом уже брать эти блоки. Получается, нам нужен сундук. Че? Зачем? Не мисочки. Скажите, во-первых. Ладно, еще нам нужно железо. Ну, простите, пожалуйста. Ну да, нам нужно железо. Короче говоря, да, железо. Очень много. Короче, просто. Просто вакханалия. Так что, друзья, не надо обижаться. Да, нужно много железа. А для начала красивая музыка, которую я сделал сам.
Думаю, вам понравилось. Хотя не надо уже, наверное, мне кажется. Это уже перебор. Ладно. Получается, мы взяли блоки. Блоки. Идем в скайблок. Зачем? Ладно, получается, эти блоки нам... Хотя, может, они нам подходят. Получается, у нас есть блоки. Всякую фигню нужно выложить. Запомните, всякую фигню нужно выложить. Открываем. Берем вот такую фигню. Она нам понадобится тоже. А вы что думали? Все нам тут нужно, добрые люди. Ладно, и делайте место, какое вы захотите. Так. Уже, блин, долго я чухаю. Ладно, получается, нужно взять место, которое вам нужно. Например, я всегда возвращаюсь из ада в поисках Назарита, хотя у меня их 5, и я даже не знаю, как тратить. Думаю, на броню. А как вы думаете? Я думаю, тоже на броню. Так что не забывайте про это, пишите вы это в комментариях. Думаю, сделать, может... Стоп. Так, ладно, давайте тогда не тут. Тогда давайте не тут. Будем вот тут. Вот на этом месте. Это будет как раз подходящее место только для меня. Сейчас делаем ширину. Ну, например, будет 1, 2, 3, 4. Давайте на 5 блоков. Дальше берем те блоки, которые мы взяли. Раз. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Максимум 6. Во-первых, я пробовал столько раз. Если 7, если 8, ничего не получится. Ширина тоже. 1, 2, 3, 4, 5. Можно 6. Так у меня еще блоков хватило. Блин, везу. Нет, у меня их не хватило. Получается, дальше делаем вот так. Хотя, я думаю, вот эти блоки нужно нам убрать. Я не хочу так растрачиваться блоками. Я сделаю так. Вы можете делать максимум на 6. Я вот вас предупредил. Ладно, придется мне теперь добывать. Так, надо быстро нарубить блоков, сделать новую кирку, это нам нужно сжечь. Давай быстрее. Черт. Вот так, дамы и господа. Стоп. Нет, не двигайся. Я сказал, не двигайся. Что-то все смотрят. Все смотрят. Все смотрят, получается. Как делаем? Вот таким вот образом. Просто хвати, боже мой. Умоляю. Умоляю. Так, все. Это уже... Прошу прощения, но нам нужна, походу. Еще одна. Воронка. Ну, короче, да. Это все, честно, дело не шло, как бы, но я захотел использоваться лифтом, который я сделал в прошлом. Я сделал его, и, ну, довольно быстро все произошло. Все быстро было, так что я рад, что я создал этот лифт. Спасибо мне в прошлом. Ладно. Ну, короче, я пришел вот на это место, там, где я бедный, блин, с этой фигней всей боролся. Выкопал место там, где должна быть воронка. Поставил место там, где должна быть воронка. Сделал все легко и просто. Хотя, это было непросто. Если быть честным, это ужасно, когда я не строитель. Если быть честным, я не строитель, который строит все на изично. Я просто человек, который, блин, ну не умею я строить. Я строю нормально. Я не говорю, что я там строю как бог. Я не говорю это. Я хочу сказать, что я строю как-то. Я строю не так хорошо. Ну, блин. Думаю, вы поймете. И дальше все длилось вполне нормально. Я это все дело закрыл, а теперь смотрим. Дело в том, что мы должны продлить это все красным камнем. Которого у меня, походу, тоже не хватит. Нужно делать так по всему периметру. Я надеюсь, что у меня останется еще хоть что-то в запасе. Походу, у меня все равно не хватило. Я попытался зайти в дом. И опять, как говорится, взять этого красного. Тут-то да, дело нечисто. Что-то с красным камнем. Придется его добывать в шахтах. Нет! Ладно.
Ну не будем на это тратить время. Я израсходовал его, как лох. Что? Я тут виноват. Ну, короче, да. Я взял мой оставшийся красный. Было обидно его стратить. Ну, что поделаешь ради подписчиков? Ладно. Мне осталось еще чуть-чуть. И я забыл, что мне нужна еще одна вещь. Еще я нечаянно запустил вагонетку. Что мне делать, я даже не знал. Так что мне пришлось бежать за ней, как чокнутый человек, чтобы остановить эту чокнутую вагонетку. Что взять и нажать сюда, чтобы приехать дальше? Если честно, это просто фигня. Это вообще честно? Вот, во-первых, скажите мне, честно ли это? Скажите, я взял, просто послушайте, я взял и сатил свой последний камень красный. Я так ненавижу красный камень. Хотя он делает такое чудо. Ну ладно. Сейчас я делаю так, чтобы... Сейчас вы все поймете. Сейчас я делаю вот такую ямку. На эту ямку мы должны поставить вот так вот эту фигню. Тут мы тоже должны получить красный камень. Спасибо тебе. Хоть один вернется. Поставить сюда такую штуку на троечку. То есть на последнюю. Оно будет двигать сюда. Теперь надо, получается, взять и срубить вот этот. Срубаем. Ставим красный камень. И, получается, ставим эту чёрную. Ладно, ладно. Так, получается, стопэ. Мы должны взять, срубить эту фигню. И, получается, поставить вот так. Дальше. Делаем... Так. Делаем сюда тоже на троечку. Не забываем про троечку. На самый последний ставим. Ладно, поставили. Все. Спасибо. Красный камень. Ты уже жив. Это срубаем. Ставим красный камень. Так. Эту фигню вот так. Оно, то есть, будет двигать вот, смотрите, вот сюда. Когда оно будет двигать сюда, я должен срубить это и поставить сюда тоже красный камень. Срубаем, ставим красный камень и сюда. А теперь, все-таки надо как-то запустить. Вот скажите, надо запустить, блин, это. Каким образом, а? Давайте. Если вы угадали, сразу же пишите в комменты. Я поставлю под вами сердечко. Я под каждым ставлю сердечко. Ставим так. Что-то, если у вас так, то значит, что-то пошло не так. Значит, если у вас так, должны срубить, ставить это опять вот так. Это срубить. Ставить это вот так. Если у вас опять не работает, напишите мне в комментариях. Может, у вас другая версия. Делаем так. Странно. Теперь это мы должны срубить. Это делается так. Сейчас странно. Да! Спасибо тебе, Майнкрафт, что это сделал. Я долго снимал эту фигню. И да! Ох, спасибо тебе, Майнкрафт. Ладно, короче, ну что ты делаешь? Это как лифт. Похоже, что-то надо. Можем поставить сюда песок. И вас. Вот так. Вообще, если быть честным, я чуть-чуть перемудрил. Вообще, нужно было сделать это, блин, тупой. Делать вот так. А все потому, что, блин, я устал. Эта запись этого ролика уже, честно, сводит с ума. Я столько всего делал, и наконец-таки дошел до того, чего я хотел. Дальше нам нужно срубить те блоки, которые мы хотим поставить. Ставим их так, таким вот образом. Ставим так и так. Так, и получается, мы начинаем двигаться. Чтобы не
Почему мы не двигаемся? Потому что мы никто. Потому что мы должны читать еще. И мы видим, что мы начинаем как прям по лифту. И что мы делаем, когда мы возвращаемся домой? Давайте посмотрим. Ой, я несчастный, нужна кнопочка. Куда? Кнопочка начинает двигаться по лифту. Дальше мы должны поставить тут такой вот блок, как остановку. Мы начинаем двигаться. Вот мы видим тут кнопочку. Видите кнопочка? О, тень тут. Тень. Смотрите внимательно на эту кнопочку. Кнопочка по чуть-чуть двигается вот в эту фигню. Теперь смотрим на воронку. Мисс Воронка, как говорится, начинает подходить к нашей бедной кнопочке. Чтобы сглотнуть ее. И видим, как воронка подходит к кнопочке. И все. Кнопка пропадает. Но, люди, не бойтесь за кнопку. Она не погибла, любители кнопок, как говорится. Получается, все очень-очень легко. Она в этой воронке. Ой, ой. И сейчас мы смотрим, как оно по воронкам. Блин, давай, прошу, пройди. И оно проходит, и мы получаем кнопочку. Вот скажите, вот круто. Это круто. Люди добрые. Я рад. Я закончил видео. Ну, блин, что вам дальше сказать? Ставьте лайк и все. Ну, до свидания и всем пока. Круто было все. Всем пока.